Конец марта отмечается значительным повышением покупательской активности, показатель достиг 72 с лишним пунктов. Однако данный показатель слишком неоднозначный и не может указывать покупательскую динамику. По мнению экспертов, такой показатель отражает эффект базы. Затраты в продуктовом сегменте уменьшились на 6% по сравнению с прошлым годом. Сфера непродовольственных товаров и услуг наоборот показывает планомерный рост. Больше деталей на нашем сайте.